Всем доброе утро! Настало время утренней зарядки. Упражнение «Перекрестное касание стоп» из положения планка. В исходном положении мы располагаемся горизонтально, ладони находятся под плечевыми суставами, стопы на ширине тазобедренных. Удерживаем нейтральное положение позвоночника, сохраняем естественные изгибы. На выдохе мы правой рукой дотягиваемся до левой стопы, скручиваясь к центру. На выдохе возвращаемся в исходное положение, делаем на одну сторону 6-8 раз, затем на вторую. Если мы не дотягиваемся до стопы, это что-то страшное и серьезное? Ничего страшного, на самом деле не все сразу. Можно постепенно увеличивать амплитуду, нужно просто регулярность, постоянство в этом упражнении. Все. На что обратить внимание, чтобы сделать все верно? Прежде всего, во всех упражнениях нужно обращать на технику выполнения упражнения. Поэтому это планка, это база. Нужно следить за мышцами живота, не прогибаться в пояснице, не съезжать лопатками. Вот. Контролируем эти регионы и на выдохе выполняем упражнение, так как я сказал. Будьте здоровы и подтянуты. И до встречи в следующих выпусках.